Привет всем! Всем привет! С пылу с жару даже очечи не поменяла. Я вас и так вижу. Все хорошо. Завтрак. На завтрак у меня сегодня, знаете, овощной прямо завтрак. Ну, это классно. Вот здесь вот у меня очень-очень-очень много зелени, помидоры и кабачок. Вот просто сырой кабачок. Это очень вкусно. Кстати, кто попробует... Вот если кабачок прям молоденький-молоденький, это очень вкусно. Он огурчик напоминает, но в сыром кабачке в нем намного больше всего полезного и клетчатки. И, значит, вот клубничка. И цикорий без молока и без сахара. Всем прям приятного-приприятного аппетита. А еще я вот это вот, вы посмотрели, темное сверху, значит, я посыпала семенами чиа. Вот, в семенах чиа очень много клетчатки. Клетчатку хапаю полным ртом. Ой, тебе говорю. Да. Хорошо. Олечка уже наелась. Ой. Не объявлялась эти дни, да? Угу. Почему? В воскресенье, честно говоря, просто отдыхали. Вот тупо отдыхали и все. Даже не записывалось ничего. Вчера. Подошла же моя очередь на вот этот аппаратик. Ё-моё, я же не знала, что это такое. Нет, мне до этого ставили его. Он был какой-то маленький, такой аккуратненький. И он-то и то мне проблемы, знаете, это... Неудобно с ним, потому что боишься, вдруг что-то где-то оторвется. А это... Я вчера приехала, к восьми мне Олечка привезла. Как на меня навешали там этих проводов. Только вот этих блямбочек, там их точно штук 15. Ё-моё. И по итогу мелкие проводочки вот в такой шнур переходят. На пояс еще и повесили какую-то, там, знаете, кошелку с аппаратиком, которая записывает. Ё-моё. Это ужас. И как это неудобно, не шевельнись, ничего. Меня такие нервики вчера брали, капитально, не могу. Я вчера планировала, думаю, у Даника завтра день рождения, в среду. Думаю, вот вчера я думала, что... Сейчас выпеку бисквиты, все сделаю, и пусть они отлеживаются. Да я вчера шевельнуться не могу. Ну, я как шевелилась, я ходила, все, потому что надо двигаться было, да? Ну, это ужас. Если с духовкой работать, то, а там с духовочкой надо работать, то вообще это будет дурдом. Около духовки жарко, и все это, естественно... И потеешь немного, да, и вот эти вся, ой, весь лейкопластырь этот отдирается от тебя, ой, фу, нет. Угу. В магазин-то поехали. Одела уже широкую кофту на себя, да? Вот это все выпирает, вот это все, вот эти провода, ужас. Говорит... Ну, она мне, медсестричка, говорит, а вы сможете приехать не к 8 завтра, ну, вот сегодня, а без 28, потому что у нас этот аппаратик один. И придет очередной пациент. Я должна этот аппаратик обработать, все, ну, как положено. Угу. Я говорю, приду. Сегодня 7:30, мы уже около дверей. Она улыбается, говорит,
Вы пришли, говорю, вы знаете, я уже в 6 готова была спать. Вы на вот эту не ложитесь. Вот так, вот так. И вот, знаете, лежала, как вот как мумия, блин, лежала всю ночь. Ну, в общем, это было очень неудобно. А сейчас у меня так все удобно. Вот, знаете, правда, все познается в сравнении. Кажется, прям крылья за спиной выросли. А Оля надо мной смеется вчера весь день. Я весь день вчера психую хожу. Саша, мама, вам нельзя психовать. У вас аппаратик все это запишет. Ну, пусть пишет. Оля, мам, вот ты у нас избалованная. Ты вот малейшее что-то тебя уже выбешивает. Ну да, это неудобство капитальное. Чего бы оно меня не выбешивало. Ну, в общем, а теперь я свободна, как в той песне. Я свободен. Угу. И вот так. Саша в храме. Глеб в спальне еще. А Олечка. Вот она, рыба моя, рядом сидит. Кофеечку с пирожком напилась. Я все-таки вчера испекла меренговый рулетик. Думаю, ну ребенку что-то кушать надо. По утрам я испекла. А сейчас начну делать Данику. Поедем же завтра Данюху поздравлять. Надо еще ехать подарок брать. Он же никак там. У Глеба Лего очень много. Вот, знаете, не просто много. Но я не могу сказать даже, вот сколько много, да? Угу. Он уже, замечаешь, берет вот эту, там в инструкции на задней страничке вот эти все. Он знает уже. Он уже по номерам их все знает. Да. И он 1-2 номера может назвать, которых у него нету. А остальные у него все есть. И... А у Даника нет Лего. Вот он только сейчас стал интересоваться. Ну, главное, что ему очень нравятся человечки из Лего. Он не называет не человечки, а говорит... Вначале он легоновые человечки называл, да? Как он, я хочу... На Олю, слышь? Я хочу легоновых человечков. Он говорит, ну все. Возьмем. А сейчас он их уже долгое время называет легоновые чуваки. Угу. Угарный пацан такой. Угарный пацан такой. Мы этот раз приехали, он говорит, ты мне легоновых чуваков-то привезла? Она говорит, нет. И вот не знаем, где сегодня поедем искать, не знаю, где какой набор найти, где вот эти легоновые чуваки есть. Потому что сам конструктор, его не настолько интересует, его легоновые чуваки интересуют. А в наборе там, ну, угу. Даже если большой набор, там этих, ну, 3 человечка, ну, максимум 4 человечка. Угу. А если маленький набор, то там 1 человечек, ну, максимум 2. А ему именно легоновые чуваки нужны. А ему именно легоновые чуваки нужны. Ну вот сегодня хочу испечь торт, который он ест. Обычно вот привезешь какое-нибудь что-нибудь вот такое, вот эдакое. Он попробует фубе. Ему не все нравится. Он парень такой, у него свое мнение на все есть. Фубе. А вот он очень любит вот эти тонкие коржи, тоненькие.
И шоколадный бисквит не любит. Любит Светка бисквит. Хочу сегодня сделать медовый тортик небольшой и бисквитный. Нашла крем прям изумительный. Уже испытала на Олечке. Там творожный крем. Не то, что вот творожный сыр есть. Нет. А это именно творог. Данечка любит творожок. И там он вот именно взбивается творог, сгущенка. В общем, это очень вкусно. Те ингредиенты, которые он любит. Ну вот попробуем. Эксперимент теперь на Данечке проведем. Оля попробовала, говорит, мам, бомба. Вот бомба, мне кажется, Данька будет это есть. Во-первых, светлый бисквит. Во-вторых, вот именно творожный крем. Ну, говорю, ну давай, сделаем. Ну, вот сейчас буду печь. Меня надо было давно в такую упряжку запрячь, да, Оля? Да. Я бы жизнь ценить начала. Да. Сегодня смотрю, мне как хорошо, мне как легко. Ну, с одной стороны, прошла УЗИ, прошла вот этот аппарат. Обследоваться периодически тоже надо. Угу. А я никогда не обследуюсь. Ну, они тебе поэтому не звонят тебе. Какой вообще смысл звонить? Угу. Поэтому они сейчас нашли контакт с Олей. И Оле звонит, привезите маму. Она говорит, ладно. Вот сегодня я в половину восьмого... Я уже заходила в поликлинику, да? Угу. Там уже люди сидят. Кабинеты все закрыты, но там уже собирается очередь. Я посмотрела и думаю, я сейчас Оле доказываю, что делать там нечего. Я посмотрела и думаю, ё-моё, это ведь начнут они где-то 8, после 8, вот они сидели около кабинета скрининг и около кабинета лаборатории. Представляете? До 8 там что будет? А я-то тогда как умная, прям самая умная, мне сказали, с 9:30 до 10, что ли, что-то такое, прийти на анализы сдать, анализ крови, и чё? Я и попёрлась к этому времени, пришла, там пушкой не пробьёшь народу. Я скромненько села, я подошла, говорю, а как очередь-то занимать? Они говорят, а вон талончики лежат, прям на это, регистратура, прям на прилавочке лежат, бери. И жди своей очереди. Я взяла 39-е. Подошла, говорю, а какой номер идет? 10-й. Ё-моё, я села скромненько и сижу. Думаю, вот это Рима, сиди молча. Ты хоть прелести. Угу. Все, рассмотрела. Романтика. Они, видать, почувствовали. Оля смеется, говорит, они, видать, почувствовали, что ты смоешься. Подходит? Я-то их вместе тебе тоже не поверила. Подходит, да, приду. Подходит женщина и говорит, спрашивает, какой номер идет такой-то, медик она. А подходит ко мне и говорит, а у вас какой номер? Я говорю, 39-й. Пойдемте в другой кабинет. Зачем? Анализы сдадите. Мы у вас кровь возьмем. Мне до того чудно стало. Захожу, там действительно, там сидит. Также лаборант сидит, вот эта девочка на извены кровь берет. И, в общем-то, без очереди у меня взяли. Оля говорит, они почувствовали то, что ты свалишь. Ну, да. Доча, ты куда? Ну, я здесь. Тостик хочу заплатить. Ага. Дочь моя учиться начала. Вчера уже Глеб взбунтовался. Он привык, что мама участвует в каждом
его действий. Вот мама у него везде. Мама — это самый лучший друг. Вчера подошел и говорит: бабушка, она еще долго будет вот так учиться? Говорю: ой, сынок, долго. А ему без нее плохо, ему надо вот с ней, чтобы она постоянно была рядом, и что-то где-то, он с ней советуется, он с ней спорит, он с ней может, если в чем-то не согласен, он с ней могут прям так громко спорить, что, но он свое мнение отставит, но она сама приучила его отставить свое мнение. А сейчас она как засядет лекции слушать, и она может часа четыре к ряду сидеть, не шелохнется, наушнички вставит и вперед. Он вчера ко мне уже подошел, говорит: бабушка, посодействую. Я говорю: а что? Я ее увижу или нет когда-нибудь? Он говорит: сейчас увидишь. Я вот уже говорю: Оля, уже правда, делай передышку какую-то, позанимайся с ребенком. Она говорит: мам, я с ним целыми днями занимаюсь. А он в этом отношении, вот, наверное, ревнивый такой, что ли. Он не может, если она другим делом занимается, вот надо заниматься им. Ну и вот так. Так что сейчас буду печь выпекать, Данику угождать будем. Они рабочий день, они отмечать не будут. Но так как день в день, съездим. Мы поздравим, и там в Текелях живет вторая бабушка. Вот мы с ней сойдемся, чаек попьем, внука поздравим, да и ладно. А Олеся говорит, для него день рождения – это торт со свечками. Свечки на тортике задул, все, все срослось. Поэтому сделаю тортик, свечки возьмем и поедем. Свечки дуть. Честно говоря, вот эта формочка большая, чаша, я сделаю, думаю, на весь день мне. Пока с вами ля-ля, почти всю съела. На обед чуть-чуть оставлю и все. Все почти съел на донышке. Вот как у человека меняются вкусы. Скажи мне раньше. Че? Ну, Оля, и сейчас скажи, так засмеется. А я сейчас... Вот для меня это такой завтрак. Ну и вот, теперь цикорий. В этом году клубники мало, прям по чуть-чуть собираем. Но она вкусная, сладкая-сладкая.
Все разобрали. Саша разобрал бассейн. А смысл? Уже ночи холодные, он все равно не прогреется. Да и знаете, как ни крути, а вот вроде солнышко светит, вроде жар, выйдешь жарко, а ветерок если дунет, прям прохладный ветерок такой. Смысл простывать, что ли? Все, через неделю уже в школу. Бедные детки, бедные детки. Ага. Да, дочь, и бедные их родители. Бедные родители, наверное, еще больше бедные, чем сами детки. Но я тебе скажу, что Глебу надо отдать должное, он научился сам делать уроки. Угу. Да. Взял на себя вот эту ответственность. То вот с ним садишься рядом и каждое слово контролируешь, каждую букву. Он один не будет делать. А сейчас он садится и сам делает. Вот все лето он английский, казахский, все равно он изучал. И сейчас как? Глеб, у тебя есть что-нибудь? Задание какое-нибудь. Ой, английский он учил с Олечкой, а казахский с Сашей. А сейчас Саша уже хуже его знает, Глеб уже лучше знает. И Олечка английский уже так не тянет, как он. Поэтому он сейчас, ой, я сам. Пойдет, смотришь, 2 минуты. Возвращается. Ты что, уже сделал, что ли? Да, сделал. Точно сделал, точно сделал. А Оля говорит, ну, там по результатам посмотрим. И результаты хорошие. Нормально. Учителя не жалуются. Вот так. Как это вкусно. Ой, мне сегодня, Оля, все вкусно. С меня вот эту бандуру сняли? Да? А я, говорит, поняла, что ты всему радуешься. Ну, правда. Знаете, как стреноженная. Не вот лишний раз вот что-то... Главное, ведите обыкновенный образ жизни. Подскажите, как? Что мы в обыкновенной жизни вот все опутанные проводами... Глеб смеется, говорит, бабушка, ты как терминатор. Ой, говорит, фу, какой кошмар. Я как терминатор, реально, вся в проводах. Ну вот, теперь все. А теперь я пошла печь. Надо начинать печь тортики, потому что много, 2 тортика, это время займет. Ну и все, тогда надо упираться, мне до вечера это все надо сделать. Вечером промазать их и в холодильник. Они за ночь пропитаются, и завтра мы, ну, ближе к обеду поедем. Я же говорю, поздравим Данюху, чаек попьем, и все окей будет. Все, всего вам, вам всем очень-очень хорошего дня. Пусть у вас все будет хорошо сегодня. Пусть у вас все исполнится, все задумано исполнится. Пусть все будет хорошо. Пока.